Сегодня у нас горячий ключ, потом Краснодар. Где-то километров 400. Хотя, уважаемые, я вам предлагала начать ее с салата, но вы решили немножечко передохнуть. Итак, если интересно, кратенькая информация, могу и по Анапе вам дать. Но, дорогие мои, зовут меня Ольга или Ольга Валентиновна. Как вам будет удобнее? Водителя нашего зовут Анатолий. Едем мы сегодня в Горячий Ключ, небольшой курортный городишко, очень приятный. Знаете, местные жители говорят, что Горячий Ключ – это рай на земле. К сожалению, вот нет у нас в программе посмотреть этот рай, потому что мы будем посещать с вами только вот достопримечательности Горячего Ключа. А достопримечательности Горячего Ключа – это природный целебный парк, это поляна минеральных вод или минеральная поляна. И, уважаемые туристы, это, конечно же, знаменитая Дантова ущелье. И мостик через речку Псикупс, и символ города Горячий Ключ – это скала-петушок. Вот это мы с вами увидим. Кажется, у нас цветочки анютины глазки, и там травка такая, она светло-светлая. Ты начала в цветах разбираться? Ну, я же не сказала, как это... А, ну да, анютины глазки. Это я знаю. Ну ты зубы будешь выдирать у него? Все, вот вход в парк, и сюда пошла. Три медведя. Нет, судя по твоему лицу, не буду. Холодная, теперь попробуй. Теплая, такая же вонючая? Да. Ты куда? Какой на юг?
значит вот так показывает, а одну вот так вот. Это что значит? Куда он идет? Куда? Это что? Чипированный. Кикиморы болотные там водятся. Да, наверное. Ну-ка. Thank you.